Здравствуйте. Я не знаю, летет. Но вообще два флота, наверное, нельзя сохранить. Мне кажется, только на один. Блин, я не успел. Тут гидро уже не так много снимает, да? У него проблема не в том, что она снимает или не снимает. Проблема у нее в другом. Проблема с этим боссом в том, что она инвертирует управление. О! Если бы босс не инвертировал управление, все было бы гораздо проще. Но он инвертирует. Хрен ты что сделаешь. Ну-ка, похари. Минус одна голова. По сути, получается, нет разницы, какую голову бить. Выходит все равно... А нет, смотри, есть разница. Ну-ка, подскочим ей. Да серьезно, гидра? Как я ушел от них или я не ушел? Я немного не понял, что произошло, но там что-то произошло. Вообще похрен, пусть стучит, лишь бы этого инверта не было. Да вы издеваетесь. Очень удачно издевают, кстати. Хилочка. Минус башка. Теперь надо правую бить желательно, у нее меньше хп должно быть. Опа, неудачно. Бля. Получилось. Блять, опять заразила она меня. Просто ничего, я не могу с этим управлять, я серьезно. И опять кошмар. Зря они так делают. Блин, зверь не может садиться. Ну ладно, нормально. Ой, я защитное поле уже могу использовать. Как я мог забыть про него? Ну как всегда, блин, как. Как я всегда это делаю. Нет. Ёпта. Одна хилка осталась, фигово. Ну-ка.
До свидания, товарищ Гидра.